Уфимский госцирк стал памятником истории и культуры регионального значения. Под государственную охрану перешли как само здание и его местоположение, так и композиционная значимость. Сложная форма крыши, фасады, декоративная живопись, 8 барельефов и другие архитектурные изыски. Соответствующий приказ утвердили в Управлении по госохране объектов культурного наследия республики. Согласно документу, здание является значимой частью планировки проспекта Октября 60-80-х годов. Отмечу, здание госцирка находится на реконструкции. По планам его должны отремонтировать ориентировочно к 2021 году. Правда, до сих пор тендер не проводили. По итогам заключения получили, что у нас обрушение исключается. Крыша и вантовая конструкция в ограниченной работоспособные. Имеется в виду, что требуется у нас ремонт. Поэтому оно ограничено работоспособное. Цирку 50 лет, поэтому требуется у нас финансирование. 970 миллионов – это из федерального бюджета. А на ремонт кровли на сегодня, по имеющимся документам, требуется приблизительно 120 миллионов требуется. Напомню, по решению суда цирк закрыт для посетителей с 2017 года. Прокуратура установила, что находиться там небезопасно из-за обветшавшего купола.